очень плохой. А что хотите в следующем? А ничего лучшего не будет. Ну, тяжеловасенький. А так все нормально. Всего наилучшего. Всем здоровья, чтобы все прошло, и все были здоровы и счастливы. Самое главное, конечно, здоровье, чтобы коронавирус этот закончился. Все же проблемы только из-за него. Ну, пожелать, во-первых, здоровья, чтобы прошла вот эта вся эпидемия. Ну, счастья и удачи в новом году. Какой был год для вас? Очень тяжелый. Мы с мужем переболели ковидом. Так что долго восстанавливались, и это меня вымотало. Только не болеть. Остальное все хорошо, прекрасно даже, не то что, лишь бы не болеть. Тяжелый год. Мне коронавирус перенес и операцию. В следующем году чего хотите? И может... Здоровье! Здоровье и все, и только здоровье. Ну а лично для меня был год скорее странным и показательным. В этом году мы все поняли, как важно заботиться о своем здоровье. Как важно находиться рядом со своими близкими и понять, что счастье зависит только от нас самих. Поэтому я хочу нам всем пожелать быть счастливыми и творить в этой жизни только добро. Ну и оставаться людьми. С Новым годом!